Всем привет! Прилетело новое обновление MIUI 11.0.6.0 для глобальной прошивки моей. И там были следующие изменения. Там были исправлены баги в шторке уведомлений. Данный баг отвечает за то, что нельзя было открыть шторку уведомлений во втором пространстве. Но это было как бы не у всех. Не массовая болезнь данного аппарата. Второй баг, который был исправлен данным обновлением, это перекрывающееся изображение на экране с прокруткой. Вот. Ну, я на своем таких багов не замечал, но тем не менее это приятно, что ребята из Поднебесной в такое тяжелое время для всех продолжают работать, продолжают усовершенствовать свои девайсы, поддержку девайсов осуществляют, что немаловажно. Хотелось бы особо поблагодарить данных разработчиков за то, что хоть какое-то обновление пришло. Хотелось бы, конечно, чтобы была десятка уже, но тем не менее на Ми 6 остается только ждать и верить, что она когда-нибудь прилетит с очередным обновлением. Ну, я имею в виду 10-й Android, если кто-то не понял. Вот. Самое, что интересное, с точно таким же обновлением на Redmi Note 8 прилетело просто обновление патча безопасности на патч безопасности 2020. Вот и все. Но, тем не менее, какие-то небольшие сдвиги уже есть. Не может не радовать то, что обновление весит 633 метра. Вот, для всех стабильных версий они продолжают поддержку устройств. Поэтому будем ждать, посмотрим, что будет дальше. Тем, кому было интересно данное видео, могут пройти в описание к этому видео. И если им не пришло еще обновление, то скачать по ссылке, которая находится в закрепленных ссылках под данным видео на YouTube. Вот, также добавляйтесь в друзья. Также ставьте лайки, также пишите комментарии. Всем пока!